матча. Краснодар. Но Синис вышел вовремя из ворот. После удара игрока, которого я уже вам представил, Антон Заболотный. Меч зафиксировать. Удар головой и
красиво. Олег Иванов, как же эстетски он умеет играть. И удар дальний. Отбивает с трудом этот мяч Андрей Синицын. Не пробиваем пока. Одно касание оставляет мяч партнеру. Бежит вперед внимание на Донич. Передача на Душина Анжеловича. Прострел. Опаснейший момент. И Синицын выручает Краснодар. Вот это да! Неплохо. Паршевлюк. Скидка. Удар. Снова Дидюн. И снова Андрей Синицын. Самбусов штрафной, это может быть опасно. Самбусов убирает и бьет, и не забивает. И пробил, и бил-то в дальний угол, но Синицын среагировал. Крицук отбивает мяч, помогает ему защитники. Уже выручает свою команду Станислав Кринцу. Казинский. Пьянка Смолова опять в этом матче. Горбатенко. Синицын выручает. Синицын там выглядывает, высматривает, куда будет бить игрок. СКА, удар под перекладину от Николая Калинского. И Синицын переводит мяч через перекладину на угловой.
был прекрасный шанс для Амкара. Синицына. Вот это да! Как он среагировал на этот удар, и Дарк Бодл ведь здорово разобрался в штрафной площади, быстро принял решение и пробил. Но Синицын просто какого-то человека-паука исполнил в этом эпизоде.